Даже после кончины Владимир Ильич продолжает быть в тренде. В последнее время стали очень популярны селфи с вождем мирового пролетариата. Даже нынешний лидер коммунистической партии Геннадий Зюганов высказался за такую инициативу, предположив, что это сблизит молодежь с заветами Ильича. Эту инициативу я поддержу с удовольствием. Идея очень правильная, тем более, что благодаря ей мы сможем увидеть, в каком состоянии находятся памятники Ленину. Непременно поддержим. Думаю, Владимир Ильич будет благодарен. Ну а раз сам Владимир Ильич будет благодарен, то мы, не спрашивая у него разрешения, сделаем с ним селфи. Народная инициатива настолько понравилась коммунистам, что на ее волне стартовала акция от комсомольцев Республики Коми «Сфотографируйся с Ильичом», в которой может принять участие любой житель России. Победитель получит планшет с полным собранием сочинений вождя пролетариата. В России насчитывается более 6 тысяч памятников Ленину. В нашем городе самая известная скульптура стоит на одноименной площади. Но чтобы получить доступ к телу вождя, а также посидеть у него на коленочках, достаточно пройти в парк Адара, где он вот такой сидит, беленький и сосредоточенный. Владимир Ильич, приготовьтесь. Все-таки одно селфи с вами делаем. Тем не менее, какой бы памятник ни был на вашем селфи, к нему нужно относиться бережно и уважительно. Артем Кондратьев, Дмитрий Козлов, ЗАП ТВ.